Всем доброе утро. У нас очень хреновая погода. У нас дождь. Вот, а мне уже 2 дня не дает покоя одна мысль. Мне позвонил приятель Руслан и задал вопрос, говорит, что мне такого хочу продавать, но он продает, он гироскутерами торгует. Но вот хочу продавать не гироскутеры, но что-то такое, на чем можно сразу с одной продажи зарабатывать $100. Вроде бы мысль простая, а мне что-то она уже 2 дня просто покоя не дает. Если у вас есть какие-то идеи по поводу того, что такого продавать или производить, чтобы зарабатывать как минимум $100 с одной продажи, напишите в комментариях, мне будет очень-очень приятно. То есть, и, ну, как бы, на подумать будет очень интересно, какие есть у вас мысли по этому поводу. У нас дождь. То солнце, то дождь. 1 сентября. Я девочкам клубнички взял, вкусникова взял. Сейчас поеду домой. В общем, друзья, хотел сегодня вам поснимать авто БУ. У нас здесь много таких площадок, где продаются БУ авто. Хотел поснимать, но, скорее всего, не получится. Еще не уверен, возможно, дождь стихнет. У нас дождь страшный идет. Прям очень-очень такой серьезный дождь пошел. Так что, но если не получится поснимать, я вам обязательно открою сайты, где можно купить БУ авто, и покажу экран и прокомментирую, то есть по ценам. Но я очень хочу, чтобы получилось, чтобы дождь хотя бы немножко стих, ну, чтобы пройти хотя бы по этим салонам. Ну, не совсем салон, это такие вот огороженные участки, где стоят автомобили, и вагончик, где сидит человек, у которого можно все узнать и, собственно, купить авто. Так что я очень надеюсь, что дождь пройдет, но если не пройдет, тогда будем показывать экран. В общем, дождитесь конца, и там будет видно, что будет. Либо экран, либо вживую поснимаю цены на эти авто. Итак, ребят, не получилось показать вам вживую на площадках, в салонах, то есть какая цена. То есть тут вот очень много таких частных организаций, которые продают БУ авто. Оно создано в виде так с какой-то автостоянки, просто стоят машины, вагончик, где можно прийти, посмотреть и купить собственно автомобиль любой. Я зашел на популярный сайт Automoto PL, то есть они те же частники, они также здесь выставляют свои авто, то есть в принципе, я думаю, что разницы никакой не будет. Что здесь? Ссылочку я на Automoto оставлю, если кому-то вдруг будет интересно. Я единственное здесь поставил до 2000, меньше пока нету смысла ставить. Выбрал город и радиус 15 километров, то есть от центра там Познани, плюс 15 километров в округе. Выбрал, то есть поврежденное нет, чтобы сразу не было поврежденного. Ну и все, в принципе, и больше ничего не искал. То есть здесь я нашел, вот здесь есть Volkswagen, Opel, Honda, Ford, Fiat. Тут довольно много машин по городу сейчас. И вот Opel Astra, допустим, 1200 злотых. Volkswagen Polo, 1990 злотых. Даже есть Ford Fiesta за 700 злотых. Nissan Micra. То есть, в принципе, о чем я говорил, что можно купить, допустим, вот то есть Opel Astra, мы можем открыть, 1150. Еще торг есть, вот видите, да?
Можно еще поторговаться. Ну, понятно, что не новый, видите, он покоцанный немножко там где-то. Подбитый. Ну, если, допустим, вам на первое время ездить там, то я думаю, вполне себе нормальная телега. Главное, чтобы ездила. Я вам показывал, свою покупал, но причины, почему я сейчас до сих пор на ней езжу, не покупаю что-то новое, хотя, ну, есть возможность. Я говорил уже в одном из видео, пересмотрите его, почему у меня такая машина. Вот, но тем не менее, если вот прям нужно ездить, то можно спокойно за 1000 злотых купить и ездить. Если есть подороже, ну вот даже 990 есть, Deo Tico, Ford Kia, вообще малюсенький. Хотя тоже цена вот не совсем малюсенькая. Ну, здесь от года зависит, от состояния, скорее всего. То есть очень-очень много. Есть, в принципе, с чего выбрать. Есть выбрать. По курсу, ну, 1000 злотых, это 1200 злотых, вот, допустим, это сколько это? Ну, это примерно $300. Может, чуть-чуть больше. То есть, вот такие вот цены. Если там, допустим, взять по всей Польше, но я почему выбираю Познань, потому что, ну, я здесь живу, мне проще поехать, посмотреть и увидеть своими глазами. Можно, конечно, выбрать всю Польшу и работать, ну, то есть поехать, поездить, подешевле найти. Можно съездить в Германию, съездить, тоже там взять машину. В общем, выбор довольно большой, и можно, есть чего, в общем, выбрать. Так что не получилось посмотреть на улице, походить, но, тем не менее, можно посмотреть на сайте. Какое ценообразование? Ну, вот еще 1470. Вот вообще есть 2000. Вот, кстати, прикольная машина. Ну да, довольно интересно. Багажник такой необычный. А, еще с немецкими номерами. Ну тут придется еще... Можно поездить, но нужно там что-то платить. Мне кто-то говорил, что 1000 злотых надо заплатить, чтобы новые номера поставить. Вроде бы, я точно не могу сказать. Ну, вообще прикольно. Машинка прикольная. 1750.